всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лейнем Рус. Сегодня мы будем рисовать в Paint 3D градиент, блок из CSGO. У меня есть уже заготовка именно оружия. Вот. И еще я хочу сделать свой градиент, именно свой, который я хочу сделать на своем стуле. Для того, чтобы сделать градиент, запоминать, мы берем вот такой же, как в CSGO, вот чтобы сделать. Берем синий маркер. Один пиксель, я вам советую один пиксель. Вот так. Такую полоску делаем, проводим. Вот так, так. Теперь розового тут вот. И теперь желтое. Вот такая. Выбрать. И смотрим, какой здесь самый лучший свет. Вот я, по-моему, вот тут вот самый лучший. Да, вот тут. Нет, вот тут вот. И копируем его. Точнее, не копируем, а выделяем. Так. Теперь вот так делаем. И увеличиваем. Получается вот так. Теперь примерно делаем длину. Вот так. Вот так. Высоту корректируем. Вот так. И у нас получается вот такая вот пушечка. Тут можно взять и самому уже закрасить. Взять вот два пикселя. Марки. И уже самому закрасить. Так. Ну все. Теперь берем черный. Заполнить. Тыкаем сюда. И один раз сюда. Сюда, вот так, так и вот так. У нас получается градиент. Если что, вот это можно еще убрать, вот так вот. Вот так вот выделить. А тут можно вот так вот закрасить, взять вот так. Так, и потом вот так взять так. И вот. Наш блок готов. Теперь я хочу сделать свой градиент, вставить эту штучку. Сразу заполняем вот эту вот часть с этим. И кисти, маркер. Я думаю, это займет очень много времени, поэтому сейчас будет перемотанное видео. Вот, готово. Мой градиент готов. Да, вот будут два варианта. Какой вам понравится, такой я и попробую взять в КС-ке. Настоящий. Выложить в мастерскую. Первый вариант это вот такой вот. Вот так вот выглядит. А второй вариант выглядит будет, ну, вот так вот. Какой вариант вот так будет выглядеть? Вот какой вам больше нравится? Вот такой вариант или вот такой? Мне больше нравится вот такой, потому что типа крутой такой, да? Прям красный. И сейчас все тут закрасим. Так. Это можно закрасить. Вот так вот. Черное. И вот сделаем вот так вот. Вот. Ну, в принципе, готово.
Вот так вот, градиентик такой. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте лайк, подпишитесь. С вами был PlayGameRoz. Если вы наберете 5 лайков, то я сделаю еще один градиент на этот скин. А возможно, даже еще и на коллаж, там, на АПП, там, М-ку. С вами был PlayGameRoz. Давайте всем удачи, всем пока-пока.